В Мурманской области стартовала летняя детская оздоровительная кампания. Отдых за счет средств консолидированного бюджета будет организован для 37 тысяч северян. 13 тысяч ребят отдохнут на побережье Черного моря и в средней полосе. Как и в предыдущие годы, добираться до лагерей школьники будут с комфортом в специализированных детских вагонах, оборудованных кулерами с холодной и горячей водой, кондиционерами, биотуалетами и видеонаблюдением. Первый выезд детской группы уже состоялся 28 мая. У тех, кто проведет лето в регионе, отдых тоже не будет скучным. В Мурманской области организована работа 70 детских оздоровительных лагерей. Это и загородные базы отдыха, и дневные школьные лагеря, где для отдыхающих предусмотрено трехразовое питание, занятия спортом, интеллектуальные игры и квесты.